Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо большое, что вы пришли на этот концерт, доверили нам воскресный вечер. Мы очень надеемся оправдать ваши надежды и подарить вам радость от музыки, которую мы будем сегодня исполнять. Нас сегодня, вот как вы видите, очень много на сцене, мы будем очень стараться. В нашей программе будут звучать замечательные композиции, как известные, так и менее известные. И мы их немножко, скажем так, облагородили для большого состава. Алексей Заволокин написал аранжировки специально для такого большого состава. Ну, а мы начинаем с очень известной композиции. Композиция, которую мы сыграем, называется «Valerie». Thank you.
чудесное искрометное соло на трубе. Архив Самсонов, тромбон, саксофон. Посмотрите, красавец, мужчина. Кстати, холостой. Артем Густочкин. Бас-гитара, аранжировки. Алексей Заволокин, барабан. Александр Маевский, прекрасная, очаровательная. Полина Седова на гитаре. А мы продолжаем нашу концертную программу. Следующая песня, которую мы сыграем, вы точно все знаете. Я даже не буду ее объявлять. Окунемся в более романтичное настроение. Композиция называется New York State of Mind. Известная композиция Билли Джоэла. Come on, neighborhood. Have a flight.
Нью-йоркское настроение. Следующая композиция для нас особая, потому что она не является ни джазовым стандартом, ни популярным хитом. Она называется «Вокалист», была написана в середине 70-х Константином Арабеляном. Вот такой армянский джаз присутствует в нашей программе. We'll be right back.
композиции. Надеемся, что вам очень понравилась эта песня. Следующая песня, которую мы исполним, посвящается всем присутствующим дамам. Сердцах. Вот в такой аранжировке мы ее сделали для большого состава. А следующая композиция, как ни странно, снова про Нью-Йорк. Она так и называется «Сделана в Нью-Йорке». Thank you.
замечательную духовую секцию. Сейчас прозвучит инструментальная композиция Маркуса Миллера под названием «Blast». Thank you.
Спасибо! Маркус Мирин, композиция «Глаз» в исполнении таких замечательных музыкантов. Александр Камышников, Дмитрий Савин, Архип Самсонов, Артем Кусточкин, Алексей Заволокин, Александр Маевский и Полина Зелева. А мы продолжаем нашу программу, и следующая композиция называется «Inner City Blues». Один из самых известных хитов моего любимого исполнителя Марвина Гея.
соло на саксофоне Артем Густочкин. Такое яркое, такое экспрессивное. Следующая песня, которую мы сыграем, называется «Я не буду никогда с тобой, даже если ты будешь самый последний мужчина на земле». Шкоду. Александр Камышников такой инициативный сегодня на клавишах. Следующая песня не менее эмоциональная, я бы сказала, она еще более экспрессивная. Как раз про тех девушек, у которых иногда уносит крышу. Вы готовы? Это будет тяжелый рок. Леш, можно мне прям чуть-чуть в мониторчике добавить вокала? Yeah.
Спасибо вам огромное. Следующая песня очень позитивная. Я тоже не буду говорить, как она называется, потому что вы наверняка все ее узнаете. Давайте так же, как с джазовой музыки, если вы узнаете тему, вы сразу аплодируете. Что уже? Thank you.
радостно, что такие образованные люди с хорошим вкусом сидят сегодня в зале на нашем концерте. А наш концерт потихонечку подходит к концу. И следующая композиция, которую мы сыграем, она тоже в авторской аранжировке. Это песня, которую вы все, люди с хорошим вкусом, наверняка знаете. Thank you.
И в заключение нашей программы мы сыграем одну очень красивую композицию. Все, ладно. 70-х годов. Она называется «People make the world go round». Thank you.
досидели до конца. Сейчас у нас финальный поклон, друзья. Давайте. Спасибо большое. Приходите на наши концерты в этот замечательный клуб. Спасибо.